last, you still know more than I do. If you want me, you should just потому что я не кем-то быть в этой жизни. Помимо, вы можете совмещать несколько дел сразу. Я же врач. Параллельно. Все нормально? Будьте еще кем-то. Будьте личностью. И танцы должны вас развивать в первую очередь как личность, как сильного человека с духом и с творческим миром богатым. Очень много качеств, которые развивают. И просто ходить на танцы – это значит быть никем. А добиваться какого-то результата, развиваться – это значит быть человеком, личностью. Спасибо большое.